Фанат Аллы Пугачевой пробрался к ней в дом и целых две недели жил на крыше, наблюдал за Аллой и питался ее продуктами. Звучит как сказка, но это реальность. Давайте узнаем, зачем ему нужно было проникать в дом к Пугачевой и что он в итоге увидел. Об этой истории никогда бы не узнали, если бы не домработница Пугачевой, которая на данный момент работает у Киркорова. Людмила Дородного вспомнила необычную историю в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. По словам домработницы, мужчина питался со стола звезды. Сталкер, так его шутливо назвали в студии, пробирался в жилище Пугачевой, когда той не было дома, и воровал еду из холодильника. При этом он не брал деньги и ценные предметы певицы, а мог ведь спокойно это сделать и скрыться, но у парня были совсем другие цели, более гуманные. Он хотел на ней жениться, из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты и принадлежности для бритья, отметила горничная. Был и еще один случай, который тоже заставляет задуматься, а так ли прекрасна эта звездная жизнь. Слушайте следующую историю. Однажды ярославские фанаты приехали в Москву, чтобы повидаться со своей обожаемой звездой. Известно, что в подъезде у Пугачевой на улице Горького в советское время круглосуточно дежурили ее так называемые «горьковские поклонники». К звезде они подпускали только своих. Однако Лариса уже успела наладить с ними отношения, разместив тех в свое время в одну гостиницу с Пугачевой. Словом, ярославцев пропустили. К удивлению поклонников, дверь любимой певицы была открытой, вероятно, оплошность домработницы Люси, и в подъезд выскочила пуделиха Аллы Борисовны, кузина. Фанаты бросились ее тискать, и тут вышла она. Пугачева довольно благосклонно отнеслась к неожиданным визитерам и даже пригласила их на репетицию. Этот случай был описан на фанатской страничке певицы в Instagram. Друзья, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, если видео вам понравилось.